Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 25-го тура РПЛ «Химки-Тамбов». Встречаются 9-я и 16-я команды текущего сезона. Статистика команд. В последних 9 очных матчах команды 8 раз играли на обе забьют нет и 7 раз на тотал меньше. Последние 3 очные матча в «Химках» были нулевыми. Последние 6 очных матчей также были нулевыми. В минувшем туре «Химки» проиграли в Питере «Зениту» 0-2, пропустив по голу на вторых добавленных минутах каждому из таймов. «Тамбов» проиграл ЦСКА 1-2. 4 пенальти было в том матче, не часто увидишь такое. «Тамбов» наконец-то забил. ЦСКА не смог забить с игры. То есть все 3 гола были забиты с пенальти. Хозяева неплохо отбивались, провели достойную игру. ЦСКА, похоже, будет сложновато удержаться с такой игрой вверху таблицы. Благо, следующая игра с еще одним аутсайдером. Возможно, команда под руководством нового тренера сможет наладить более осмысленное действие в атаке. Очный матч первого круга выиграл «Тамбов» 1-0, но сейчас будет играть совершенно иной «Тамбов». «Химки» своим поражением от «Зенита» прервали 10-матчевую беспроигрышную серию. Конечно же, хозяева идут безоговорочными фаворитами на этот матч. Но «Тамбов» с каждой игрой прибавляет и сейчас выглядит вполне сносно. Буки даже уже не дают диких коэффициентов, но обе забьют, да, и тотал меньше 2,5. В норме здесь должна бы быть победа хозяев, конечно, но с достаточно скромным счетом 1 или 2-0. Если «Тамбов» не привезет себе пенальти, может даже все закончится и на 1-0. При большом фарте гости могут даже помечтать о ничьей. По большому счету для «Химок» сезон уже закончен. Особой надобности рвать жилы в ничего не значащей игре с явным аутсайдером нет. Обычно такие матчи фавориты-середняки проводят в полсилы, и у аутсайдера есть шанс, как минимум, не проиграть много. Тут запросто можно играть хорошую плюсовую фору на гостей. Из связки ставок «Тотал меньше обе забьют нет» победа гостей с форой плюс 2. Самый высокий коэффициент стоит на «Тотал меньше» 2,42. На победу гостей с форой плюс 2 1,85, на обе забьют нет 1,57. Конечно же, самая очевидная ставка выглядит «Обе забьют нет» за 1,57. Коэффициент, между прочим, вполне приличный. «Тамбов» с игры вряд ли забьет. Рассчитывать на пенальти в каждом матче вряд ли целесообразно. Высокий коэффициент на «Тотал меньше 2,5» дает возможность поднять планочку до 3 голов и взять относительно безопасную ставку на «Тотал меньше 3 гола» за 1,84. Ставка на победу гостей с «Форе плюс 2» имеет хорошие шансы не проиграть, но и выиграть шансов не так уж и много. Вариант потенциального счета на 2-0, наверное, можно признать самым ожидаемым на эту игру. Поэтому, наверное, можно играть «Тотал меньше 3 гола». Такая ставка имеет хорошие шансы на заход и очень небольшие на проигрыш. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.